Что ожидает в мае месяце раков? Приветствую всех, кто включил это видео. Бизнес. Что ушло? Ключ. Близнецам хотелось бы сделать несколько по-другому. Ой, близнецам, простите, ракам. К ракам кто-то приезжать будет в этом месяце. Человек очень может даже повлиять. И здесь корабль, и здесь корабль. Человек с денежный, статусный. В общем, либо познакомитесь с таким человеком, да, что касается женщин, либо мужчина, для мужчин, кто будет приезжать, будет человек ключевой. И поможет справиться с какими-то трудностями. Через этого человека может быть прибыль. Но такая прибыль, что она в руках не останется. То есть вы как бы заработаете, да, и все это раздадите. Знаете, как вот рабочие там настройки есть, да, а вы их начальник. Получили прибыль и все всем раздали. Как бы все всем хватило, а вам осталось, например, доброе имя. Вот так. Ну, все равно это лучше, чем нет никакого движения, потому что у вас какая-то в сфере профессии прям вот препятствие. Это нужно обойти. Вам поможет мужчина. Поможет. У вас получится. Пусть даже если май будет у вас такой выхлоп один к одному, да, то, ну, все равно есть движение. Движение есть. Это уже хорошо. Так, дальше. Здоровье. Несколько легкомысленного у вас здоровья. Надо же. Так. Здоровье у вас как будто бы, знаете, что-то, нечто такое вот меняющееся. Сегодня так, завтра так. Может быть, это какой-то вот прыжок по иммунной системе. Может такое быть. Может быть, это какая-то аллергия. Тоже возьмите на вооружение. Может еще такое, что вот с опорно-двигательным аппаратом там где-то есть то, что, ой, ну как сказать, вы знаете, что у вас это есть, просто вы ничего для этого не делаете, вот. Но здоровье неплохое в этом месяце, да, но может такое быть, что раз там что-то высыпало, раз что-то появилось, раз там в баню пойдете, да, и после бани там какое-то вот непредвиденное что-то, будет обострение. Вот такое тоже может быть. Но так, в принципе, здоровье неплохое. Ну, вообще-то, по здоровью я бы посмотрела бы побольше. Вы, по-моему, им даже и не занимаетесь. Ой, личные отношения у раков. Вообще, такие люди сердечные будут вокруг вас именно в мае месяце. Такие прям вообще друзья друзьями. Еще вы можете встречаться с другом, который вот любит вас, вы его любите, и вы будете испытывать от этого огромную радость. Как бы этот человек уже проверенный временем, и вы его действительно любите вот от души, что встреча с этим человеком, либо он придет, либо позвонит, либо вы увидитесь, либо вы сами, вот сейчас вот вы кого вспомнили, возьмите да позвоните, спросите, как у него дела, и этому другу вы нужны, и он вам нужен, и вы прям так душевно посидите, расскажете друг другу, да, что, чего произошло. В общем, личные отношения